Власти Узбекистана разрешили в крупных мечетях страны читать азан через громкоговоритель. Об этом сообщает сайт azan.uz. По данным источника, пока что азан слышен в 300-500 метрах от мечетей. В мечети, которая находится в нашей махалле, тоже начали читать азан через громкоговорители. Пока что звуки азана и пятничные проповеди имамов слышны в 300 метрах от мечетей. Призыв на утреннюю молитву слышен очень хорошо, но днем из-за шума автомобилей азан услышать трудно. Я разговаривал с верующими, которые сообщили мне, что азан через громкоговорители читают в таких мечетях столицы, как Минор, Тилла-Шейх, Бадамзар, Исламата, Илоната и Каттакани, сказал репортер радио «Азадлик». Напомним, что до недавнего времени в Узбекистане азан читался внутри мечетей, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться. А на использование громкоговорителей для чтения азана был наложен запрет прежним президентом Каримовым. Аналитики отмечают, что комплекс реформ в религиозной сфере, инициированный новым президентом страны Шавкатом Мирзияевым, носит весьма косметический характер и, вероятно, несет в себе скорее популистские цели, нежели сулит реальные изменения в стране.